Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами будем готовить оладики с яблоками. Для приготовления нам потребуется 2 яйца, 1 стакан кефира, ложка чайной соды, мука, 2 ложки чайной сахара и яблоки. Все это сейчас мы смешиваем. Взбиваем все до однородной массы. Добавляем кефир. Чайную ложку соды. Снова смешиваем. 2 столовые ложки сахара. Можно и по вкусу. Теперь добавляем муку постепенно. Размешиваем. Получилась у нас однородная масса. В это время мы разогреваем сковороду и на нее выкладываем 1/2 столовой ложки теста, кладем яблоко и сверху прикрываем снова тестом. Обжариваем на одной стороне. Теперь переворачиваем. Наши оладьи готовы. Выкладываем на тарелку. Посмотрите, какой получился у нас оладушек. Внутри яблочко. Очень пышные, вкусные. Можно подавать. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.